Привет, ребят. Хотела вот поделиться историей, которая с нашими друзьями происходит сейчас. Мы здесь познакомились, в Финляндии. В лагере, где мы были, в пункте временного проживания. И там мы с ними познакомились. Мы там пробыли, 1,5 месяца прожили. Люди прожили 4 месяца. У них маленький ребенок. Они на границе декларации записали, что у них было $1000. $1000 здесь обменять, это 750 евро. Им не выплачивались деньги, пособия, те, что мы получали, по 80 евро, по 82 евро на человека. То есть 4 месяца они прожили, если так считать, с мужем. Получается 640 евро, это они за 4 месяца потратили. Плюс их дочка с ребенком. Они там уже сидели впроголодь. Ну, ребенок. Потому что на те продукты, которые в столовой давали, они не могли кормить ребенка. Та подливка острая, те макароны, картошка. Ну, просто ребенку нечего было реально кушать, они покупали. Они тянулись эти 4 месяца на эти 750 евро. И сейчас их переселили в поселок. Город. И им все равно отказано. Дочки с ребенком будут давать пособие, а вот нашим друзьям, таким же возрастом, как и мы, им отказано в пособии, они не будут получать. И они не знают, как действовать, что делать. Мы предложили, что просто пойти в офис, крыться, сесть и сидеть там, пускай вызывает их начальство, полицию, и скажут, что у них нет денег, просто кончились они уже. Люди сидят голодные. Как так можно относиться, да? Вот хотела поделиться вот с такой ситуацией с вами. Кто вот что может подсказать, может, кто живет в Финляндии, увидит это видео. Помогите разобраться.